Здорово, с вами снова Андрей Скутерец, и сегодня я буду заниматься тюнингом данного агрегата. Вот, это Honda Dio F28 ZH, которую я недавно купил и думал ее продать, но передумал. Вот, в общем и целом я из этой Dio сделал корч. Она мне понравилась больше, потому что здесь супер-пупер крутая трансмиссия. И коммутаторик даже другой. Вот. Здесь шкивы больше, поэтому она валит лучше. Я решил переставить все с моей Turbo Dio на эту. И потом эту всю покрасить, сделать стильненькую и гонять. А Turbo Dio я буду продавать. Вот. Но так как здесь другая трансмиссия, вот, пришлось мне прикупить другой ремешочек и другой мультиварчик. Вот, сейчас я буду их ставить. Кстати, вот мультиварчики с ремешками у нас продаются в любом продуктовом магазине, потому что у нас веселая деревня, у нас тут все на мопедах, все летают и все мажоры и богатые. Вот, поэтому в любой продуктовый заходишь, говоришь, мне Малуси мультиотвар, тебе прям на развес дают. Вот, ну сейчас нужно будет вскрыть вот эту вот крышечку и там посмотрим. Вот, ну сейчас приступим к снятию крышечек. Вот у меня специальные профессиональные плоскогубцы. Другим инструментом я не обладаю. У меня только топоры, гвоздодеры и плоскогубцы. Вот, поэтому я все выкручиваю с помощью таких профессиональных инструментов. Получается, конечно, не очень хорошо, но до профессиональных механиков мне еще далеко. Поэтому я не обладаю такими вещами. Вот. Так, ну вот я уже все болтички открутил, снимаем крышечку, вот так аккуратненько, все снял, очень даже хорошо, вот, сейчас, вот, я вам покажу, в чем здесь проблемка имеется, вот, надо обратить внимание на ремень. Ремешок не должен стоять вот так вот, как он стоит сейчас, здесь имеется зазор, примерно вот 3 миллиметра, получается, ремешок уже стерся, стал тонкий и проваливается внутрь, даже когда мопед стоит на месте. А это у него отнимает резкость. Если будет здесь на полном радиусе ремешок, тогда мопед будет стартовать прям еще так. Вот. Поэтому ремешок нужен новый, чтобы нормально здесь стоял. Еще тут лохмотья уже, но в общем ремешок это можно выкинуть. Вот так вот. Так, ну теперь мы открутим сам вариатор. Вот так берем. Вот. Открутился довольно-таки легко, но это потому, что я его закручиваю тоже плоскогубцами. Поездишь где-то день, немного откручивается гайка, поэтому откручивается так легко. Вот, и приходится подкручивать иногда. Вот так снимаем. И теперь мы видим непосредственно ремешочек и вариаторик. Можно все поменять. Вот так вот. Вытаскиваем сраный ремешок. Вот так вот вытащили. Можно его выкинуть или сжечь. И вытаскиваем вариаторик. Вот. Вариаторик уже немного плохой. Вот у него здесь имеются ступенечки. Это тоже не прибавит ему мощи из тунта. Поэтому его нужно менять. Вот. Посмотрим, какие здесь грузики стоят. Сейчас я вытащу так штучку вот эту. Вот так вот. О, грузики, видно, немного квадратненькие. Сейчас вытащу. Вот так вот. Так, вот такие вот стоят прекрасные грузики. Даже не квадратные, а треугольные уже. Но это ничего страшного. Еще они, по-моему, тяжеленькие. Вот, поэтому сейчас мы поставим новый ремешочек, поставим мультиотвар и посмотрим, как будет валить данный аппарат. Ну вот, я уже все расчехлил и собрал. Вот наш новенький мультиотварчик. Made in Italy написано. То есть не дядя Вася под забором сделал. Вот, 7-граммовые грузики. Немножко смазочки под грузики, чтобы они быстро не стачивались. Вот, так он блестит. Прямо очень даже хорошо себя чувствую, когда его держу в руках. Вот. Ну, теперь я его инсталлирую сюда. Вот так вот. Вот, теперь даже мопед выглядит стильно. И теперь попробуем поставить новый ремешочек. Кевларовый. Я его купил нечаянно, я хотел обычный, но купил кевларовый. Поэтому мопед теперь будет
еще сильнее рвать, и мне будет даже страшновато. Так, не получится вставить ремешок новый, не снимая сцепление. Вот. На сцеплении тоже гаечка раскрутилась, поэтому я ее даже рукой открутил спокойненько. Вот так вот берем. Берем. Вставляем, инсталируем ремешочек в сцепленнице. Очень туго инсталируется, потому что он шикарный. Вот так вот. Вот так вот. Так, не получилось. Так, сейчас надо будет немножко разжать сцепление. Точнее, не сцепление, а задний вариатор. Торк-драйвер. Разожмем, вставим ремень поглубже, чтобы он встал. Вот так вот. Вот так вот. Отличненько. Теперь поставим данную штучку. Вот я ее поставил, инсталлировал. Поставил. И начинаю закручивать гаечку. Налазит она очень туго. Вот так вот. Еще немножко сожмем, дабы все хорошо прикрутилось у нас. Так, где же? Вот же гаечка. Все очень аккуратненько, чистенько. Так, ну теперь все нужно надежно прикрутить, чтобы мопед валил и ничего не открутилось на ходу. Иначе, если открутится, может разорвать пол двигателя и придется покупать новый мультиотвар. А это очень затратно. Так, вот, все, я прикрутил. Теперь можно ставить и крышечки. Так, ну вот, я прикручиваю последний уже болтик. Очень долго у меня занимает этот процесс с моим инструментом. Но это ничего страшного. Так, вот, сейчас я его дозакручиваю. Затяну изо всех сил, чтобы потом сорвать. Вот. И будет все зашибись. Вот. 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 В общем, закрутил. Так, ну теперь я дерну пару раз кикстартер, чтобы ремешок нормально встал в заднем вариаторе, потому что я же его сжимал. И посмотрим, как он будет стоять. Так, ну я думаю, он уже встал. Так, ну вот, теперь здесь видно то, что намного меньше стал вот этот зазор с новым ремешком. Там было миллиметров 5, 10, 12, а здесь где-то миллиметрика 2 всего. Но это еще я не заводил двигатель. Мне кажется, если завести, то он разойдется еще больше, потому что будут нормальные обороты. Вот, ну теперь я поставлю последнюю крышечку, и мы опробуем, как валит данный агрегат. Так, ну сейчас посмотрим, как работает моя новая Дианочка. Вот подсосик я уже открыл. Сейчас ее немного заведем. Вот так вот. Сейчас прогреется, и все будет даже хорошо. Ну, в общем, вот такой валящий аппаратик пока получается. В следующем видео, думаю, поиграться с грузиками. Буду так брать грузики, играться с ними. Вот. Поставить полегче, чтобы разгончик был еще мощнее. Сейчас там стоят 7-граммовые грузики, которые идут прямо сразу с мультиваром вместе. Но я не знаю, поставлю где-то 1 грамм. Вот. И будет валить даже хорошо. Вот, ну потом еще в будущем я думаю поставить коленвал с поршневой атеновские. И тогда посмотрим, что это будет за телега. Вот так вот. Вот так вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, вот такие вот. Всем пока.